Это событие красиво со всех сторон. Но где еще в таком количестве собираются дамы в бальных платьях и мужчины все, как один в костюмах? Ежегодный бал «Маскарад» с каждым разом становится еще более многочисленным. Наш проект можно назвать уникальным, потому что такого формата бал проходит только у нас, только здесь. Здесь мы и о этикете, о том, как мужчина ведет себя с женщиной, как женщина ведет себя с мужчиной. Мы заявили тематику «Голливуд». То есть у нас реконструкция исторических танцев, и мы захватили немножко начало 20 века, зарождение кинематографа. Впервые я был в прошлом году, и меня настолько он впечатлил и очень-очень много эмоций дал, что я с огромным удовольствием решил прийти в этом году. Я всегда хотела поучаствовать в каком-то таком большом празднике, почувствовать себя, наверное, не в нашей эпохе, а где-то там в 18-19 веке. Я испытываю восторг, радость от того, что я здесь нахожусь, в таком красивом месте, в окружении красивых нарядов, дам в красивых платьях, в украшениях. Это невероятное на самом деле событие. Это именно вот то, чего, наверное, нашему городу не хватает. Уникальность этого бала прежде всего в том, что здесь нет зрителей и артистов. Все танцы исполняют сами гости, которые учились этому заранее, посещая специальные мастер-классы. Мы начали подготовку еще за полгода, в октябре месяце. Начали с подготовительных мастер-классов исторического танца. И, собственно, этот день настал. Репетиции у нас начались заранее, это был ноябрь или декабрь, насколько я помню. И она в ходе репетиции так четко ставила нам задачи, что мы начинали танцевать буквально с первых шагов. Мы посещали с супругом несколько мастер-классов, но, к сожалению, не удалось посетить все в полном объеме. Ну, наверное, 2-3 мастер-класса мы посетили. Как и в сказке про Золушку, на бал пускают только в длинных нарядных платьях, которые так редко бывают востребованы на большинстве современных вечеринках. У нас единственное требование – это платье полной длины для девушек. Да? Но здесь каждый человек включает свою фантазию. Мой образ – это образ Марии Антуанетты, королевы Франции. Мой образ сегодня – это и восточный, да, определенный колорит, и Голливуд в том числе. Мы выбрали как организаторы бархат, потому что бархат – это роскошь, это очень красиво. Не хотелось сильно уходить в какую-то, наверное, такую эпоху давнюю, что-то смиксовать с теми временами и современностью. В жизни же нельзя так ходить, правильно? А здесь на балу можно похулиганить. Ну и вот мы хулиганим. Частью дресс-кода этого вечера являются маски. Они создают интригу и какой-то особый колорит. Со стороны все похоже на съемки исторического фильма. Внутри этого действа атмосфера флирта, веселья и увлекательной игры.